привет на нашем канале Припресса. Сейчас мне в комментарии задали вопрос, как сделать вертикальный текст, как в иллюстраторе. Ну, в индизайне. Итак, что нам для этого надо? Берем, рисуем линию вертикальную. Берем текст. Текст по пути. Нажимаем на него. И пишем наш текст. Вертикальный текст. Затем заходим в меню Type. Type on Path. И нажимаем на Options. Выбираем эффект Star Step. Включаем превью, мы можем видеть, что у нас уже текст вдоль кривой. Но хочу заметить, что он сжатый, поэтому заходим в меню Type Character и увеличим межбуквенное расстояние до тех пределов, которые нас устроят. Так, чтобы нас эта линия не мешала, выделяем линию, заходим в меню Swatches. И назначаем на нашу линию None. Готово. Обратите внимание, что последняя буква, она выезжает за рамки линии. Как это исправить? Мы просто добавим еще один символ, например, точку, и назначим ее как цвет нулевой. Все. Теперь у нас красивая можем перемножать, назначить текст, подложить черную подложку, на задний план Ctrl Shift квадратная скобочка. Опять же, цвет перекрасил. Не забываем про последний символ, который тоже надо сделать none. Все, наш текст готов. Удачи в делах, подписывайтесь на канал. Пока.